Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. 28 декабря президент Западной Армении Армен Ак Абрамян ответит на вопросы соотечественников. Тема дня с Григором Амирзаяном. Судьба Европы зависит не от Украины или Палестины, а от Арцаха. Вагиф Хачатрян подал апелляционную жалобу на сфабрикованный против него в Баку приговор. Ереван получил очередной пакет предложений Баку по мирному договору. Сделка США-РФ по вопросу Армении. Армянская церковь Сурб Аствацацин в Эдессе превращена в руины. 28 декабря с заключительной речью года выступит президент Западной Армении Армен Ак Абрамян. Будучи частью Западной Армении, вы также можете задать волнующие вас вопросы президенту. Чтобы обеспечить организованный обмен ответов на вопросы, присылайте волнующие вас вопросы на страницу Western Armenia TV в Facebook. Заявки на вопросы можно подать с 25 декабря по 27 декабря до 6 вечера. Перед каждым заданным вопросом необходимо указать ваше полное имя, фамилию, место жительства и профессию. Сформулированные вопросы должны быть краткими и четкими. Брифинг будет транслироваться по государственному телевидению Западной Армении, что даст зрителям возможность непосредственного общения с президентом. Депутат Национального собрания Западной Армении 3-го созыва Григор Амирзаян направил заключительное послание текущего года по случаю Сурб-Цинут и Нового года. Депутат отметил, в 2024 году нам предстоит проделать больше работы. Мы обязаны сделать год переломным для дальнейшего укрепления армянской государственности и развития нашей страны. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил в интервью The Guardian, что существование Европейского Союза находится под угрозой в Украине. Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей, с царем, с советами, а теперь и с Путиным. В этом заключается долговечность России, ее политическая идентичность и, следовательно, угроза для своих соседей и особенно для нас, подытожил Боррель. Что касается войны в секторе Газа, он отметил, что Хамас – это не просто военная сила, это идея. Идею, так таковую, можно победить только лучшими идеями, а не бомбами. Министр иностранных дел Европы, по сути, признает, что судьба Европы зависит от того, признает ли так называемый демократический мир законность силового разрешения конфликтов. На Украине и в Палестине решается именно этот вопрос. Но Украина и Палестина стали возможными, поскольку демократический мир молчаливо признал результат российско-турецкой террористической войны против Армении в Арцахе в 2020-2023 годах. После Арцахской войны из международных документов куда-то исчезли ссылки на два из трех основополагающих международных принципов – право на самоопределение и недопустимость силового разрешения конфликтов. В совместном заявлении США и ЕС от 21 октября 2023 года говорится – подписавшие по-прежнему привержены установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на суверенитете, нерушимости границ и взаимном признании территориальной целостности. Никаких упоминаний о священном принципе неприменения силы, на котором, по сути, построен демократический мир, не упоминается, поскольку в этом случае пришлось бы лишить Израиль права на самооборону и обидеть мазутного султана Алиева. Политику пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, назвавшая Алиева одним из самых надежных партнеров Европы, так и не прокомментировала события, произошедшие в сентябре-октябре в Арцахе. Глава Совета Европы Шарль Мишель сделал экстренный телефонный звонок Алиеву, попросив хорошо относиться к карабахским армянам. Но у Европы, по-видимому, нет таких рычагов или желания наказать Алиева санкциями, пишет газета. Такова позиция исполнительных органов ЕС, несмотря на то, что 5 декабря 2023 года Европейский парламент принял резолюцию и призвал ввести санкции в отношении членов правительства Азербайджана, ответственных за прекращение огня, нарушение международных норм и прав человека в Нагорном Карабахе. Так что Боррель был нечестен. Фактически судьба Европы решается не в Украине или Палестине, а в Арцахе. Демократическое лицемерие и отказ от собственных основополагающих принципов в Арцахе распространяются на Европу подобно эффекту домино. Тревожный тон Борреля говорит о том, что он все это очень хорошо знает.
Вагиф Хачатрян, похищенный 29 июля 2023 года азербайджанскими силовиками в Бердзорском коридоре и осужденный по ложному обвинению, подал апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщают СМИ. 25 декабря на заседании апелляционного суда Баку под председательством судьи Хасана Ахмедова были изучены доказательства апелляционной жалобы и личные данные Вагифа Хачатряна. Слушание по делу назначено на 7 января 2024 года. Ереван получил очередной пакет предложений Баку по мирному договору. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Напомним, Байрамов сообщил, что очередной пакет предложений по мирному договору официальный Баку получил от Еревана в конце ноября этого года. Пакет предложений, над которым мы работали в течение месяца, передан Армении. Переговорный процесс продолжается. Считаю, что встреча состоится в 2024 году. Мы смотрим на этот вопрос реалистично и оптимистично. В то же время, когда мы говорим о мирном договоре, мы должны понимать, что мирный договор – это не стопроцентное решение всех вопросов. Статья The New York Times, в которой говорится, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы сигнализировал через посредников Западу о готовности заморозить конфликт в Украине по нынешней линии фронта, вызвала немалый шум. В целом, подобные статьи в западной прессе стали появляться чаще и явно отражают намерения администрации Байдена. Американский институт изучения войны, касаясь статьи New York Times, написал, что Путин может иметь намерение установить временную паузу, которую на руку России, выиграв время для подготовки новой агрессии в отношении Украины. Аналитики пишут, что заявления о якобы заинтересованности в прекращении огня скорее отражают усилия России по затягиванию и препятствованию продолжению западной помощи Украине, а также введению в заблуждение западных политиков, чтобы они вынудили Украину пойти на переговоры с Россией. Многие американские эксперты считают, что за статьей стоят те, кто пытается сохранить неофициальные каналы переговоров с Москвой. Речь идет о так называемом втором треке, в который вовлечены многие бывшие американские чиновники и дипломаты. Деятельность этой группировки координируется с директором ЦРУ Бернсом и советником президента по нацбезопасности Салливаном, которые в администрации США считаются лоббистами русской линии в вопросах ограничения поставок военной помощи Украине и принуждения Киева к миру на условиях России. По вопросу Армении тандем Салливан-Бернс проводит линию в соответствии с российскими планами и затягиванию присутствия России в регионе. США присоединились к русско-турецкой сделке по ликвидации государственности Армении. Тайная встреча США ЕСРФ 17 сентября в Стамбуле была раундом переговоров второго трека, в ходе которых были приняты решения об оккупации Арцаха и депортации коренного большинства, что было узаконено на специальном заседании Совета безопасности ООН 21 сентября. Если по вопросу Украины в администрации Байдена есть хотя бы видимые противоречия, то по вопросу Армении царит единодушие. Историческая армянская церковь Сурб Аствацацин в селе Гермуш-Эдесси находится под угрозой полного исчезновения. Несмотря на то, что в 2018 году церковь была включена в программу материальной поддержки муниципалитета провинции Халилия, до сих пор не было проведено никаких работ по ремонту церкви. Об этом пишет Фатьма Кебер в журнале «Дувар». По словам Кебер, часть купола церкви, построенная в XIX веке, была снесена. Он подтвержден разрушением, вызванным временем и казнокрадами, проводящими незаконные раскопки. Автор сообщает, что Муслюм Чобам, бывший президент региональной палаты туристических гидов Урфы, подчеркнул, что церковь необходимо отреставрировать как можно скорее для развития туризма. Также подчеркнув, церковь находится на дороге, ведущей в Порт-Асаш. Фатьма Кебер пишет, почти все церкви в этом районе были превращены в мечети. Здесь было две церкви, одна из которых почти полностью исчезла. От этой церкви не осталось и следа. Для этого, по мнению Муслюм Чобана, власти должны как можно быстрее восстановить армянскую церковь Сурб Аствацацин. Помимо этого отмечено, вопрос восстановления данной армянской церкви был поднят также в Великом национальном собрании Турции в сентябре этого года. Об этом заявил в турецком парламенте депутат от Народно-республиканской партии Махмуд Танал. В частности, он задал вопрос министру культуры и туризма Турции Нури Эрсой.
верны ли утверждения, что церковь Суд Астватацин в провинции Халилея Урфы была разрушена в результате несоблюдения правил ее сохранения. Махмуд Танал также потребовал от Нури Эрсой ответить на следующие вопросы. Проводите ли вы соответствующую работу, чтобы немедленно взять под защиту церковь Гермуш, которая находится на грани исчезновения? Когда будут проведены эти работы, если церковь не будет взята под охрану, возможно, будут исторические и культурные потери, которые невозможно восстановить. В конце публикации издание сообщает, областная администрация Халилея также обратилась за разъяснениями, но власти не дали прямых ответов по поводу ремонта армянской церкви. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Гаи Арзуманян «Карутумем кез Арцах». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!